Дороги Чувашии могут стать лучше. В Москве в эти дни работает международная специализированная выставка «Форум Дорога-экспо». В ее работе принимают участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников, представители предприятий отрасли. Здесь, на сегодняшний день, на этой выставке все современные технологии используются не только на бумаге, а в практике. И тем самым каждый человек, посмотрев, оценив, может определить, какие технологии будет использовать на федеральных трассах, на региональных трассах, на дорогах сельской местности, при благоустройстве дворовых территорий, подъездных путей. И оценить расходы, прежде всего, той или иной технологии. Можно срок эксплуатации построенных дорог увеличить, и старые дороги можно, используя современные технологии, модернизировать и увеличить срок эксплуатации, соблюдая все меры безопасности. Выставка специализированная – это комплексное представление всей дорожной отрасли. Интересные новые технологии по ремонту дорог, много интересных добавок всевозможных, которые способствуют, допустим, укладке асфальта даже в холодное время года. Все, что здесь мы увидели, услышали, это все будет внедряться в нашей Чувашской республике. Я думаю, что на пользу пойдет, во-первых, и нашим дорожным строителям, и в первую очередь нам, наверное. И думаю, учитывая то, что все-таки нам немалые деньги дают формирование дорожных фондов на строительство дорог, при таком подходе, думаю, через 2-3 года можно привести дороги, может быть, не в полное нормативное состояние, но ежегодно хотя бы на 2% приводить в нормативное состояние.